пожалуйста, пусть заказ придет, умоляю. Умоляю, пусть заказ придет. Так, а сколько мне заплатили, кстати, вопрос? Повтор. Заказ 526 рублей стоил. Ну, дешево. 526 всего. 3512. Мало. Очень мало. Из-за того, что кэфа не было. Мне бы, конечно, назад бы не пустым ехать, но я не знаю, как отсюда заказ ловить. Да, там картину выкинули какую-то прикольную, видали? А, то не картина, то какая-то просто подпаска. Я же думал, творчество опять вы на улице, на мусорку выкидываете. Так, и что делать? Пустым ехать? Ну, пустым нет желания ехать. Черт. Так, ну, короче, план такой. Медленно ехать до Ростова, если вдруг заказ поймаем, все хорошо будет тогда. Я как это захотел, что делать, всегда вовремя. Так, хорошо. А как из Батайска выезжать теперь вопрос? Где-то развилка-то. А где развилка, стоп? А, вот эта развилка, вижу. Это... Прикол, что тут тоже горит зона в Азове. О, господи, в Батайске зона горит с кэфом. Вы видите? Ну, вопрос, придет ли заказ. Не по Батайску. Ладно, поехали. Да мало сегодня очень. Должно же 4-5 тысяч быть по-хорошему. Это что-то у меня слабо сегодня очень. Пока я недоволен тем, что я медленно все делаю.
Так, ладно, поехали обратно. Медленно, но не быстро поедем. До Тачанки, и там уже заказы еще ловить будем. Вот я хз, Батайска, наверное, ничего не придет, скорее всего. Я так думаю. Не такая нагрузка большая, что пришло. Да, норм, но хочется больше. Мне мало, всегда мало, понимаешь? Я очень самокритичный, меня все всегда не устраивает. Я не офигел, просто я... хочется всегда больше, понимаешь? Это не жадность, это желание зарабатывать больше. Жадность — это другое. Я не жадный человек. У меня эти камни бесят маленькие. Что за... А что какая-то полоса странная? Что это так? Вот это что за кусок? Зачем он тут? Говном воняет ужасно. Но я вроде еще не как. Да нет, это вокруг воняет. Болотами или я не знаю чем. Да какой поезд старинный, зеленый прям. Ой, блядь. Блин, они меня сами боятся, я ебал. А как я боюсь? Пиздец, бля. Бля, как страшно нахуй. Пизда. Я ебал. Как же по трассе хуёво ехать, блядь. Пизда, блядь. Связь есть тут, не? Блядь, связь пропала. А, или не пропала. Бля, связи нет, да, здесь? Я? Я за городом. Вон, видно, Аксай, Александровка, Нахичевань, центр, все видно. Да, я был в Батайске. Мы едем обратно. Надо колесо подкачать, наверное. Хотя, ну да, надо что-то подкачать. Сейчас подкачаю по-бырому. Да боюсь пробить, не дай бог, если спустит чуть-чуть, если что-нибудь налечу на какую-нибудь гадость. Поклонись. Не, в Левобережье ни разу не возил почему-то. Да, заказ. Заказ отвозил, да. Да я осторожен вроде.
Не, не на Эльбрус. Я просто в другом городе был, в Батайске. Как спасет? Ну, меньше покрытие, меньше соприкосновения с дорогой. Протектор же меньше соприкасается. Я ж легкий. Я там аисты прям живут вон. Или кто это вдалеке? Я вижу аистов. Или го. Или эти. Ну, короче. А, пятно контакта, извиняюсь, да, да. О, сразу резвей поехал. Конечно, не стоили. Ничего не приходит. Нет, Батайска наоборот. Что-то пока ничего не приходит. Жалко прям что-то. Сука, где заказы? Но я не поеду до Ростова. Я буду ждать до последнего. Мне похуй. Что-нибудь да придет рано или поздно. До Тачанки доеду там. Рублей дали. Десять приоритет. Пятьсот рублей. Да, всего. Коэффициента не было. Из-за маленького кэфа. Да почему заказ не приходит никакой? Сука. Да, хорошая. У меня не помню. У меня небольшой слот. Ну такое базар. Просто ничего не приходит обратно. Я пустой еду. Вот это обидно. Сейчас на Тачанке сядем, да будем ждать. Спасибо. Спасибо за подписку. Я на плановом. О, заказ пришел. Заказ пришел. Ха-ха. А, заказ. У-у-у. Еще на пятихаточку заказ. Ае. Ха-ха. Класс. Класс. Да! Нет, туда, туда, туда. На 35-ю линию. Теперь конец города с той стороны. На Кичевань. Сейчас покажу вам Тачанку. Как бы показать это? Это самая тоже достопримечательность Ростова.
25 тысяч такая батарея стоит, как у меня. Памятник сооружен в год 60-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Посвящается легендарной 1-й конной армии, 1918 год. Ростов, папа, любимый наш. Мощный, да. Блин, здесь патруль проезжать полицейский. Надеюсь, я не пиздану. Это пакет странный валялся. Через Ворошилов. Иногда не слышу час. Так а чё ты, кур? Я 44 вешу, да, удобно. 44 кг. Там сейчас полицейский патруль будет. Как думаете, меня остановят или нет? ДПС, ой, как он? Пост, ГАИ. У меня жопы нет, у меня ее нету. Пиздец, страшно, конечно. Я заказ отводил. Там полицейский стоит, но он как КамАЗы тормозит вроде как. Он же меня не остановит. Он же КамАЗы останавливает, правильно? Что думаете? Не знаю как. Камеру? Да я-то камеру не буду выключать, чтобы не выключать. А, ну это такой полицейский. Но мне очень нравится между городами ездить. Это охуенное чувство.
строит. Дальнобойщикам возможно. Купить мопед, на мопеде путешествовать. Всю Россию объехать чисто. Взять палатку. Да, на велике. Электровеник. А мне бы перестроиться. Да. В Баварии? Пусты. Вот бы в Европу поехать так. Я бы на велике в Европу бы поехал с удовольствием. Длинная бога не вот меня. Зимой, да. Но какая разница, зима, не зима. Сел и поехал. Все то же самое. А что у него дверь открыта? А, или у него ее нету, видели? Странно. Не, я в Европу хотел очень, по всей Европе, но это дорого очень. Я никогда в жизни не заработаю на такое даже. Какая? Где? Как что за штука? Ничего не понял. Куда смотреть-то надо? О, Фарерские! Да! W-W. В смысле ничего интересного? Исторические города. Красивые. Ну так если предлагают хороший кэп, бери. Если именно хороший кэп дает. Ты лучше одним сообщением пиши, брат. А то я могу мысль потерять. Короче, по секрету тебе скажу. Ты можешь не поднимать, во-первых, трубку,
Ты, во-вторых, можешь спокойно отказываться. В-третьих, если ты нажалуешься менеджеру, ему абсолютно похуй, оператору. Просто, короче... Просто прикол в том, что редко, когда менеджеры, операторы что-то могут делать. Они ничего не могут практически. Привет, привет, да потихоньку, помаленьку. Потихоньку, брат, помаленьку катаемся, кайфуем. Ой, жопа затекла, пока еду. Эти 20 километров проехали, сколько я там проехал уже, жопа затекла. О, моя жопа. Они даже меньше нас получают, эти операторы все. Я как-то хотел пойти в эту поддержку работать. Там такие копейки платят вообще. Они не получают деньги за смены. Они получают просто... их заставляют смены паривать, платы. Я к тому, что это... Бля... Как ты напомнил про слоты мне, ёбаный, я ж опять слоты просрал. А, не. Да, конечно, с момента, когда еще? Бля, нет, слотов нету. Нема слотов пока что. Жду эти, по пожеланиям слоты, поняли? Да не, на следующую неделю. О, 1-1 нормально. Уже получше. Бля, а сегодня что? А, сегодня... Ой, сегодня четверг. Теперь я теряюсь в этих днях. Оказывается, реально сегодня это... Сегодня же точно, сегодня ж... Что сегодня? Сегодня ж четверг. Ой, что сегодня? Да, четверг. Здесь. А я думал, пятница. Ой, бля. Вот из-за этого у меня это, вот это вот типает меня. Потому что слоты ж надо ловить. Что-то выкинули прикольно, или кажется, ну что там такое? Нет, а у меня стоят пожелания. Они автоматом их продляют на каждую неделю. Прикол в другом, что это... Да я боюсь постоянно просрать. Пропустить момент этот и остаться без смен, без слотов. Понятно, что постоянно слоты скидывают, все равно в любом случае большие кэсы. В Ростове они всегда большие. О, дядюшка Оушен, привет. Привет, спасибо за рейд. А мы только заказ в другой город привезли за 500 рублей. И сейчас еще где-то 500-700 рублей еще заказ едем, везем. Привет, привет, рад видеть. Всем хорошего дня, отличного настроения, прекрасного времяпрепровождения. Спасибо, что пришли в гости. Как говорится, как карта ляжет, как жизнь покажет, как судьба скажет. Всем отличного четверга, чистого четверга. Сегодня обязательно искупайтесь. Если есть возможность, примите душ. Или хотя бы подмоетесь. Не-не-не, в Таганрог, в Батайск. Мы только с Батайска приехали. Так что спасибо за рейд. Дай Господь здоровья. Дядюшке Оушену крепкого здоровья, семьи. Крепкой любящей семьи, чтобы все хорошо. Чтоб всегда горел теплый очаг в доме. Чтоб все было классно. Чтоб тепло и уютно было, как вот этот большой ковер. На заброшенном доме. Как уютный ковер вот такой, чтобы был, чтобы ведь тепло было. Кися, привет. Привет, малышка, какая ты красивая. А покормить нечем тебя. Все время еду забываю купить. Ох, Ваня, нужны в Париже. Как в русской бане. Вот такие же. На статусе авто нельзя катать, к сожалению. Потому что без документов на машину автостатус не поставить. А если поставить, если тебя заподозрят в этой хуйне,
Там, к сожалению, могут в бан прописать. Ну, короче, я пару челов знаю, которые так делали. Ну, как знаю, слышал. Мне рассказывали знакомые. Ну, короче, бан, за это бан, к сожалению. Увы, поэтому... Ну, там и километров, там с ума сойти можно, ты что? Там так кинуть может, что у меня ни аккумулятора не хватит, ничего не хватит. К сожалению. Там все очень плохо. Ну, короче, через поддержку надо это все делать, поэтому... Так, а нам куда надо? Я опоздал уже, ё-моё, пипец. А знаете, куда ехать? 35-я линия, кстати. Ехать далеко. Но прикол в чем? Полтора часа осталось, к сожалению. А это плохо, потому что можно, в принципе, было бы продлиться, но, к сожалению, я бы продлился еще, но мне больше, что у меня аккумулятора не хватит. А вот я не знаю, если что делать. Я второй поставил на зарядку. Батась? А что там глядеть? Куча новых ЖК построенных, как Красная Ксай. Абсолютно ничего интересного. Частный сектор вокруг. И куча домов огромных понаставили, и все. Какая дверь громкая. Здесь улица. Прикол, я, кажется, сколько ехал с Батайска, а заказ до сих пор еще даже не приготовили. Вот это прикол. Вот это прикол. Я сегодня кепочку классную нашел на трассе. Вообще класс. А что он такой? Это он настолько натуральный. Да, в Красный Аксай поедем сейчас. С Батайска в Красный Аксай. Как вам такой поворот событий? Нормально живем? Офигеть, какой он натуральный. Боже мой. Ах. Кайф. Добрый. Ой. 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 Как хорошо, боже мой. О, боже. Ой. Какая жизнь прекрасная. Кепочку? Да, обычно белая кепочка. У меня такой нет просто. Как раз пригодится, буду пользоваться. Помою ее. Блум, да, кстати, надо поиграть в Блум. У меня в Блуме... Сейчас покажу. В Блуме у меня вообще пиздец. У меня уже 320 игр. Я не знаю, когда в них играть вообще. Это пипец, по-моему. 84 тысячи и... видишь? 84 тысячи. Но мне не нравится, Блум уже надоел. В Мимифи у меня где-то уже почти 90 лямов или больше даже. Я уже просто не играю, потому что мне надоело. 82 ляма. Мне просто их надоело уже в них играть. Уже настолько уже тошнит от этих тапалок. Ни одна не листанулась, кроме ноткоина. Ноткоин хотя бы в деньгах лежит у меня, это радует. 26 тысяч. Ноткоина хотя бы у меня деньги реальные. В смысле, я думаю, я ничего не думаю, это игра обычная. В хомяках? Сейчас посмотрим, сколько в хомяках.
Да в смысле я что-то думаю, это как игра, я просто играю. 4 миллиона 590 тысяч в час. В смысле как нафармил? У меня по 75 рефералов зрителей в каждой игре практически. Кабриолет офигенный, вон тот он красивый. Но в эту я мало играю, у меня тут всего 16 лямов. Ну какой развод? Мы туда деньги не вносим. Ну что вы, пацаны, зачильтесь? Какой развод на пса? Вот Блум, скорее всего, за листья, да, я тоже верю. Ну только в это, в Блум и все. Да пусть банят, мне вообще похеру. Даже если денег не дадут, абсолютно пофигу. Я ничего с этого не теряю. Гляну сегодня, спасибо. Да мне тоже надоело, на самом деле. Ну да, на хомяках они просто скамят нас, скорее всего. Если была реклама Винлайна, значит, изначально скам. В принципе, как и со всеми стримерами, которые Винлайн рекламируют. Это ж по сути все скам в любом случае. Так что я думаю, хомяки ничего не дадут, кстати, я уверен. Когда видишь эту рекламу Винлайна, автоматом можно уже не доверять этой теме. Я поэтому ни одному стримеру не доверяю, кто рекламирует всякие букмекеры и все остальное. Изначально это, скорее всего, все скам будет. К сожалению, так это, понимаете? Да, я бы... Малышки там, конечно, такие были, ой-ой-ой. В смысле, я заново начинаю? Ничего я не начинаю заново. Привет-привет. Блядь, что делать, как пройти? Блядь. А, блядь. Прождать до посинения, пока эти не соизволят. Бля, залупа ёбаная, как это пройти? Да иди нахуй, хуйта ёбаная, блядь. Сколько прождать можно? До вечности хоть просидеть. Хотя готовят хуй пойми вообще ни о чем. А, блядь, запеченную Калифорнию еще залупу какую-то. И эту залупу я уже жду, сижу сколько. Ненавижу такие рестораны, которые, блядь, не могут. Сука, ты с ним другого города нахуй едешь. А они хуй знают, сколько готовят это дерьмо. Три ключа. А, четыре ключа я насобирал. Кого? Слоты успеть взять? Ну, конечно, надо успеть. А как ты хотел? Не найдешь, не проживешь. Ой, осуждаю, это про других. Это не про меня, это про других стримеров. Не успеешь слоты взять, не заработаешь. Мы в Ростове уже. Мы были в Батайске. 37, нихуя ты... Рассказали, прожмут. Да рот ебал я эти роллы ебучие. Ненавижу роллы принимать. Но из-за того, что это просто заказ был из другого города, мне нельзя его скипать. Я бы мог написать поддержку, 150 рублей потерять, и нахуй поехать бы дальше, не выполнять заказ. Но мне впадлу так делать. Если максимум я так делаю, если мне скажут ждать долго, тогда да, так делаю, скорее всего. Я хочу купить себе новый iPhone для стримов, но мне настолько жалко денег. И, во-первых, я не знаю, сколько это надо откладывать опять. Вот, допустим, на Озоне 15 стоит... Какая, да? Литорок бы ей куснуть, сучки. Ну, GTA 5 RPS, буквально. Я бы вот этот хотел бы айфончик себе. Вообще, безумно... Мне все платят, да. Конечно, зашлифовал бы малышку.
Пацаны, я мечтаю о этой залупе для стримов. Чтобы... Безумно мечтаю. Ну, сука, 71 тысяча. Это пизда просто как дорого. Это пизда как дорого. 71 тысяча. Мне очень жалко. Бля, как люди столько денег могут отдавать? Я не понимаю. Где столько брать, во-первых? Ой, малышки у нас вообще невероятные. Очень дорого. Не буду я бабки с ноткоина выводить. Это на будущее. Лет через 5 буду их выводить. Там на квартиру, я надеюсь, хватит в будущем. А машин... Телефон... Да жалко телефон. Айфон у Захара 15 Pro. Сейчас бы наликом 400 тысяч отдавать. Я в жизни столько не отложил. Никогда в жизни у меня столько не было. Максимум у меня было 130 тысяч, и я на ноутбук все спустил. Кого нету? А что это такое? Что это за слово? Я просто не знаю. А, так у меня и донатов нет, брат, я донаты даже не принимаю. О, Диппинс, привет. Ой, извини. А, Денис. Привет, Денис. Да не, нормальный iPhone, плюс-минус. Да, неплохо справляется, согласен. Захару я знаю, что он донатили. Но я не принимаю донаты, потому что я сам работаю. Если бы я не работал, был бы каким-нибудь, не знаю, умственно осуждаю. В плане, был бы там безработным или не мог бы зарабатывать, тогда бы, да, может, и принимал бы донаты. Как дела? Да потихоньку. В смысле, я что-то написал? Меня жаба душит, такие деньги платить. Ну вот меня тоже, Мишка, да. Меня тоже. Ладно, если бы я не работал, был бы каким-то игровым стримером, вот это все такое. Бля, как долго, это пиздец. Наушник разрядился, блин, левый. Да, я знаю, что я много теряю. Здесь такое. Айфон, да, помирает. Бэушный. Не, я сам куплю, не переживайте, парни, я сам куплю. Привет, привет. Ой, извиняюсь. Слушай, ну мне кажется, очень долго. Пойду поинтересуюсь. Ну что-то очень даже печально. Ладно, если я не с другого города ехал.
Это хоть спросить, может, что случилось? Может, что-то случилось просто так долго. А подскажите, там по заказу, что-то так долго. Поинтересоваться, что может что-то случилось просто. Спасибо. Только связь тут есть, как есть. Блин, тут уютненько, я бы покушал тут даже чуть-чуть. А, все, спасибо. Ну прожмете тогда статус, хорошо? Угу. Что-то зал пустой, они не могут приготовить. Абсолютно никого нету. Алкоголь мы не возим же. Просто вы понимаете, я ехал в Батайске практически, и так долго ехал, и до сих пор готовится. И плюс у них пустой ресторан. Но это очень странно. Какой богач, просто сижу. Не, не критично, где хочешь начинай, как тебе удобно. Вообще без разницы. Миш, да я согласен. Тут я полностью согласен. Готов. Да никто не пиздит, пользуйтесь как угодно, открывайте слот. Как вам удобно открывайте. Еще. Девяносто девять. Ой, что-то нажал не то. Один пакетик, спасибо большое. Хорошего дня. До свидания. Районы посмотреть, сейчас покажу, как смотреть районы. Сейчас покажу. Ой. Заходишь в расписание, нажимаешь добавить слот, нажимаешь карта и смотришь. Там выбираешь слот и вы. Ну, допустим, не знаю, есть тут свободные какие-то. Ну, вот, свободные на воскресенье, видишь? И показывают, это коммуна, допустим, это что, что-то еще. И по карте смотришь, и вот район видишь. Ну, эту залупу, как это называется, залупа? Радиус. Ну, не радиус, зону. Ой, короче, выполнили. Красная Ксай. Красный Аксай с Батайска меня достал, Карл. Батайск, граница, да. Я умудряюсь в Красный Аксай попасть с другого города, Карл. Да не за что. Не за что. Поехали. Работаем, братья. Здорово. Так, ну что? Газу, газу. Да, расстояние офигительное. Ой, не успел. Что со мной поболтать? В личке по заказам поболтать? Зачем тебе в личке по заказам болтать? Ты ж на стриме сейчас находишься. Любой вопрос задавай, я тебе сразу отвечу. Добрый день, брат, привет. Не стесняйся, пиши. Личка это неинтересно. Сейчас спрашивай, я тебе все подскажу. И расскажу. Конец смены вообще до 6, но я продлюсь, скорее всего. Что-то мало мы заработали сегодня. Ну,
Ну задавай вопросы, не стесняйся. Задавай, я тебе все расскажу сейчас. Та хуйня достовистая, я убрал ее. Три. Три, четыре пятишки, не больше. Четыре пятишки могу. Спрашивай на стриме, все тут нормально слышно. Просто переспрашивай. Ну, напиши, я тебе отвечу, напиши свои вопросы. Я не люблю в личке общаться. Это такое дело, ты человеку начинаешь в личке отдельно время тратить, что я, допустим, прихожу вечером отдыхать, да? Трачу время на человека, а потом он ни хера ни порезки не зарегается, ничего. В итоге без толку просто потраченное время. Так я хоть на стриме, и другим людям интересно будет, не только это, допустим, тебе отвечу, другие тоже услышат ответ. Лучше тут пиши. Ты не обессудь. Ну, опять же, просто раньше я как-то и в личке больше отвечал всем, но потом я понял, что это такая бесполезная муть. Лучше вот на стриме сразу всем объяснить, так как будто удобней, когда для всех. Не стесняйся, спрашивай. Любой вопрос задайте, отвечу. Поставь, чтобы заказы в своем районе глянуть? Никакие, никак. Пока ты не зарегаешься по резке, не станешь курьером, ты не сможешь видеть, какие заказы. Ну, это нереально. Заказы заранее ты никак не можешь посмотреть. Это невозможно, никак. И я не могу тоже. Они приходят автоматически. И ты не знаешь заранее, сколько они стоят. Это все лотерея, казино, рулетка. Только после регистрации. Когда ты получаешь сумку, у тебя есть приложение DexPro, ты можешь видеть, ну как видеть, ты можешь принимать доставки, заказы и уже знать, сколько они будут стоить, понимаешь? Только так, а иначе никак. Там полиция стоит, подожди. Как? А вон что стоит. Блять. Там вообще полиция стоит. Я передумал. Авто для посылок, да. Авто для посылок минимум 200 рублей, это по твоему району, по центру, обычно так. Но Яндекс.Доставка там не рекомендую особо. Понял.
Можно. Не еду, чтоб не останавливали без толку. Лучше лишний раз объехать, чем остановиться. Да не уехал я, господи, просто объехал. Нет, им не пофиг иногда, когда у них рейды. Нет, не люблю. Ну, как бы, ты правильно понимаешь. Ну, у меня и на экране как бы написано, что это Яндекс.Еда. Поэтому да, это... Это Яндекс.Еда. О! Добрый. Вам куда? Куда подвезти вас? А, извиняюсь. Я думал, можно подвезти. А мне не сложно, я просто мне в ту сторону. Вдруг тут трамвай обычно ходит, но она долго трамвай будет ждать. Я бы за рублей за 50 бы подвез в сторону Красного Оксани, не сложно. Навели доставку. Понятия не имею, я не доставка, я Яндекс.Еда. Доставить муть. С Яндекс.Едой вообще ничего не сравнится по оплате. Яндекс.Доставки, по-моему, на всем можно. Просто Яндекс.Доставки будет кидать очень далеко. И в Яндекс.Доставке там оплата обычно не оплачивается до ресторана километраж. А в Яндекс.Еде все оплачивается. И до ресторана, и до клиента. Поэтому я и получаю так много. Потому что кидает далеко, везде. Обычно. И получаешь ты много за счет этого. Почему я говорю, в Яндекс.Еду надо регаться? Потому что, пацаны, если ловите кэфы хорошие, то вы бабосов залутаете, просто охереете, какие суммы. Блин, какой красивый Гелендваген беленький проехал, прям приятный. Какие колеса прикольные. Гаража не было, я в частном доме живу. У меня как бы просто я во дворе ставлю, да и все. Но мопед неудобная тема. Который мы отвозили в Батайск, 500 рублей. 2,8, общий коэффициент вышел 2,8. То есть 1,0 заказ и 1,8 плановый слот. То есть 2,8 получилось мы когда в Батайск ездили. Ну не особо много, 526 рублей дали за Батайск. А вот за этот заказ дадут, я хз, автоприем. Я не знаю, какой кэф, пока не отдам заказ. Как заказ отдам, скажу вам, какой был кэф. Заранее не видно, когда автоприем, к сожалению.
Ну да, у нас можно работать круглый год, потому что погода позволяет, но опять же, у нас и КЭС большой, у нас все хорошо в Ростове. Ростов — это такой уникальный город на самом деле, и по оплате, и по... Короче, уникальный город. Ростов — это прям лучший город. Что делать? Ловить. Зайти в расписание и ловить. А что еще сделать? Ну а что ты можешь сделать? Тут не проканает, что у тебя знакомый с Яндекс.Еды, или у тебя, допустим, там друг с поддержки или что-то. Никто не может накрутить кэп, никто не может сделать. Тут все в равных условиях, абсолютно все в равных. Невозможно кэп как-то откуда-то получить любым путем. За счет того, что это рандомное начисление кэфа идет. Кому-то везет, ловят кэф, кому-то не везет, никто не... Ну, то есть это рандом. Иногда и у меня не хватает, я не всегда хорошие кэфы ловлю. Иногда и маленькие бывают. Поэтому тут никогда не угадаешь. Понимаешь, где найдешь, где потеряешь. С вами, как всегда. У меня интернет безлимитный, где-то плюс-минус 200-300 гигов уходит. 200-300 гигов — это безлимит, это мегафон архивный. Мне зритель подарил симку, есть симка. Мне повезло, что у меня как раз iPhone с симкой, и он мне предложил. Какой Батайск? Мы уже были в Батайске. А, ты тоже в Батайск едешь, что ли? Блин, надо перестроиться. По-моему, этот дом, да? Что-то я упустил этот момент. Это я упустил, какой мне дом нужен. В смысле, со мной. Я уже в Батайске был сегодня, это уже Красный Оксай. Это не Батайск. Так, нам сюда тоже, да? По-моему, куда-то сюда нам. Батайск, да, южней. Если проверю, тот дом нет. Да, это дом. Ага. Второй подъезд какой-то нужен. Скорее всего, второй подъезд не тот. Да, это дом. Есть связь или нет? Да, есть. Так, а с какой стороны здесь лифты? Ну, скорее всего, вот с этой стороны лифты, я думаю. Да, блядь. Или нет?